Привет. Все, отыграла концерт. Кому повезло, кому нет. Была прямая трансляция на ТикТок. Я на ТикТок вышла в 3 часа ночи и играла почти до полпятого утра. Ну, полтора часа почти. Сейчас посмотреть нельзя, потому что, ну, мне нужно сначала все это убрать здесь все. Потом я выйду на ТикТок и поставлю кусочки вот этих видео, которые были с прямой трансляции. И вообще я скачаю это видео вот с ТикТока, там можно скачивать. Я надеюсь, что все получилось. Я его как скачаю, я его загружу на YouTube. То есть сначала можно будет ютубовское видео посмотреть, ну как ТикТоковское, ютубовское. А другой концерт вот вертикальный я буду обрабатывать, и на днях вы увидите с приближенной камерой, там со всеми делами, как всегда. Так что я вот смотрите. Вот мой пуловер сегодня был, вот как я и обещала, вот картина моя, все сыграла, все уже выключила. Думаю, еще выйду, покажу вам, что я сыграла все-таки концерт. Я обещала, сыграла, я не знала, получится, нет, все получилось, все. И я сегодня, и кому интересно, вот у меня очень много видео за вчерашний день, я надеюсь, у меня там народ не отпишется. У меня, наоборот, подписались сейчас люди, потому что у меня такая там переписка идет, я отвечаю на вопросы. Мне задают вопросы. Ну как, не то, что задают вопросы. Люди пишут мне комментарии, и там есть вот такая функция на ТикТоке, что можно ответить видео. И я почти на все видео, ну почти на все комментарии ответила видео. Ну так интереснее, можно прочитать вопрос или там вот что человек пишет и ответить. То есть мне даже аж понравилось. Конечно, ну много времени на это уходит, ну какое-то от этого удовольствие, как какое-то общение, да? И так что задавайте вопросы, я буду отвечать. Ну, там, конечно, не на все вопросы я буду отвечать. Там, смотря какие вопросы будут. Так что не надейтесь, что я прям тут сяду и буду с утра до вечера отвечать. Ну, то есть на достойные, нормальные буду, а на всякие там... Я имею в виду и тут хейтеров. Если хейтеры начнут меня там закидывать, там хейтеры есть. Я эти комментарии... У меня фильтрация происходит. Так называется. Фильтрую базар, ну... Ладно, давайте, всего хорошего. Все, сейчас буду убирать, сейчас чай приготовлю, а то сейчас прям при вас засну тут. Ну, такая физическая работа была. У меня гитара весит 4 килограмма. И я свой концерт сегодня стоя играла. И вот я прям танцевала, и, ну, классно вообще. Еще бы дальше танцевала, но уже батарейка мне сказала, все, тут тоже ТикТок что-то тоже мне говорит, пазл собери. Ну, все, короче, уже пошло, не, ну, видно. Конечно, когда одна все делаешь, если бы кто-то стоял, там включал, нажимал. Ну, пойдет так и так. Потому что не буду грузить вас своей музыкой. Полтора часа хватит. Достаточно. За неделю полтора часа посмотреть. Хотя футбол там дольше смотрят, но. Футбол дольше смотрят. Ладно, давайте, пока.